Опишите расположение предметов в этой комнате. Ну, в этой комнате предметов больше, чем хотелось бы. Так. Диван, софа с подушками. Ну и где находится? Напротив. Ну, диван, вон софа. Да. Шкаф одежды. Это жерка с книжками. Зеркало. Стол. Компьютерный столик. И столик на колесах. Очень комната получается очень такая вот многофункциональная. Но здесь живет прищепила. Ясно дело, что можно три стола что-то было. Два дивана. И я тут перед камерой. Угу. На стене картины рисовала моя дочь. Ну, если не считать те, что повесил сын маленький. Там, шкаф, фотографии. Thank you.